Ночь искусств – время таинств и открытий, поэтому и программу сделали познавательной. Гостей провели по музейным залам, на примере древнегреческих мифов и легенд рассказали о жизни того времени. В эту ночь посетители музея смогли побывать не только в выставочных залах, но и пройти по улицам самого древнегреческого города Горгипия. Главной изюминкой стала экскурсия под открытым небом, которая произвела яркие впечатления на каждого гостя. Ведь подойти к истории так близко удается не каждый день. Почему я пришел? Потому что интересно просто. Во-первых, посмотреть своими глазами, что ж тут было. А зная, что история нашего города больше несколько тысяч лет, естественно, вот эти вот исторические пласты, которые под нами, под нашими домами, где мы сейчас живем, все это, конечно, как бы возбуждает тот интерес. В этот вечер музы пришли и к воспитанникам художественной школы. Руководство музея пригласило ребят провести занятия в одном из залов, чтобы юные живописцы смогли с натуры изобразить музейные экспонаты. Ребята с энтузиазмом откликнулись на предложение. Все, что мы здесь видим, все экспонаты, они напрямую относятся к изобразительному искусству, потому что мы видим здесь и керамику, и колонны, и какие-то еще произведения искусств, которыми мы занимаемся, изучаем это. И у нас есть возможность, у Анны Овчан, да, прийти в музей и порисовать. Потому что все художники в основном учатся на музейных экспонатах, копируют их. Вот мы решили сегодня этим заняться. Кроме того, в музее прошли познавательные лекции и театрализованное представление. В этом году в акции «Ночь искусств» приняли участие несколько тысяч человек.